А теперь вкратце о духовной динамике в служении по основанию церквей. В следующем разделе мы будем подробно говорить о методах, о разных способах насаждения и развития церквей, а также понимания тех людей, которым вы служите. Это будут вопросы практического характера. А пока мне хотелось бы подчеркнуть, что независимо от используемой методологии, основание церкви — это в конечном итоге духовное служение. И совершать его надо в уповании на действие Святого Духа. По человеческим меркам, нам вполне по силам создать организацию с еженедельными воскресными собраниями. А вот подлинную общину верующих может создать только Бог. И это важно помнить. Итак, вот несколько главных мыслей. Основание общины — это результат действия Святого Духа. Об этом со всей очевидностью говорит книга Деяний. Ее полное название — книга Деяний апостольских. Однако точнее, на мой взгляд, сюда подходит заголовок «Деяния Святого Духа», потому что именно Он непрестанно побуждал людей нести Евангелие в мир. Именно Святой Дух наделял верующих силой, действовал в сердцах людей, совершал настоящие чудеса и так далее. Деяния 1.8. Еще прежде, в конце Евангелия от Луки, Иисус говорит ученикам: «Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Даже не пытайтесь свидетельствовать, пока не облечетесь Моей силою, потому что без нее не получится». И дальше в Деяниях 1.8 Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии, даже до конца земли». Петр проповедует в силе Святого Духа, и все, кто слышал это, умилились сердцем. В 4 главе Деяний, перед лицом опасности, под угрозой гонений, Петр и Иоанн проповедуют смело. В 31 стихе 9 главы говорится о том, что церкви при утешении от Святого Духа умножались. В 16 главе Павел и его соратники пытаются понять, куда идти дальше, в Вифанию или в Асию. Ночью, читаем мы, Павлу было видение. Дух не допускает им идти в определенные места. Дух не допустил нас, свидетельствуют они. А в самом видении Дух побуждает Павла идти в Македонию, то есть в сторону Европы. Стихов, в которых Дух Святой являет знамение, творит чудеса и наделяет силой проповедовать, проповедующих великое множество. Еще один момент. Значимость Божьего Слова. Здесь книга Деяний также дает нам обширный материал о том, как благодаря проповедуемому Слову люди спасались и прилагались к церкви. Новообращенные прилежно изучали Слово Божие. Неоднократно в Деяниях встречается вот такая формулировка: «Слово Господне возмогало и возрастало». Например, Деяния 6:7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Вот так, как будто Слово Божие обладало собственной динамикой, уникальным способом распространения, первичным по отношению к христианскому благовестию. Таким образом, насаждение церквей происходило под действием силы Святого Духа и имело своим основанием проповедь Божьего Слова, ибо, как мы уже говорили, истинная церковь состоит из истинных поклонников Божиих, каждый из которых некогда принял благую весть Евангелия и признал Христа своим Господом и Спасителем. При этом духовной брани основателям церкви не миновать. Она может принимать разные формы — сопротивление со стороны людей. Ярким примером этому служит Павел, которого часто избивали, побивали камнями, на которого клеветали, которого заключали в узы. Это была человеческая враждебность. Наряду с ней было и духовное противостояние. Вспомните, как одержимая женщина поносила Павла, который в одном из своих посланий говорит о нашей брани против духов злобы поднебесной. Основатели церкви должны быть к этому готовы. Еще один ключевой момент — это молитва. Молитва в служении по организации новых церквей. В качестве упражнения я бы настоятельно рекомендовал изучение молитв апостола Павла. Еще раз повторю свою мысль о том, что его послания, по сути, представляют собой миссионерские письма обращения к вновь образованным общинам.
Так вот, молитвы Павла — это нечто потрясающее. Они — неотъемлемая часть многих его посланий, которые нередко именно с молитвы начинаются. Например, письма к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Позвольте зачитать вам одну из таких молитв. В ней апостол молится о новообращенных верующих в Колосской церкви, с которыми он знаком лишь заочно, поскольку в Колоссах он никогда не был. Но, несмотря на это, он молится о них так. Колоссянам 1:9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Вот такая молитва. Насколько часто подобные молитвы звучат из ваших уст? Павел сразу же просит о главном, а именно, чтобы эти люди исполнялись познанием воли Божьей, чтобы они угождали Богу, чтобы они постоянно возрастали и приносили плод во всяком благом деле, и так далее. Апостол просит, чтобы Бог даровал им премудрость и разумение духовное. Посмотрите, какие глубокие и содержательные молитвы об этих общинах возносит Павел. Неудивительно поэтому, что члены этих общин, сами будучи новообращенными христианами, были в состоянии осуществлять духовное руководство, а также возрастать самостоятельно, насаждать новые церкви и приводить людей ко Христу. Итак, в деле организации новых церквей молитва является необходимым условием. Далее мы сталкиваемся с непростым вопросом о разграничении сфер человеческой ответственности и Божьего действия. Прекрасное разъяснение по этому поводу, как мне кажется, содержится в 1 Коринфянам 3. С этим текстом вы наверняка знакомы. 1 Коринфянам 3, будем читать с 5 стиха. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Итак, Павел, Аполлос, в чем их значимость? Они простые служители, но именно через них вы уверовали, как дал Господь. Да, Господь дает, но, как мы видим, через людей, таких как Павел и Аполлос. Читаем дальше. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Итак, мы, исходя из тех даров и талантов, которыми Бог нас наделил, поливаем, насаждаем, но не более. А дальше, и любой земледелец это подтвердит, происходит таинственный для человека процесс роста посаженного семени. И это уже исключительно Божье дело. А значит, как пишет апостол в 7 стихе, «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божье строение. Посему мы — соработники у Бога, который, и это исключительно Его прерогатива, способен взрастить Церковь, укрепить ее, но делает Он это через людей, через Своих соработников, через нас с вами. Какая огромная честь быть соработником у Бога, участвовать в осуществлении Его миссии, во взращивании и укреплении Его церкви, в созидании общин Царства, которые есть признак, инструмент и предвкушение Царства Божьего. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Прежде чем перейти к следующему разделу, я хотел бы предложить вам несколько вопросов для индивидуального размышления или коллективного обсуждения в церкви или дома.
Они направлены на практическое осмысление и применение того, о чем мы до сих пор говорили. Итак, вот вопросы для анализа по теме «Библейское обоснование». Насколько четким и сформированным является видение в отношении основания новых церквей в вашей общине, организации или группе? Есть ли оно вообще? Мы с вами обсуждали практические и библейские аспекты служения по организации новых церквей и говорили о том, что церкви — это община царства. Каково ваше видение? И далее второй вопрос, он связан с первым. Какими способами можно выразить, донести до окружающих свое видение в обсуждаемом служении? Что нужно для того, чтобы ваша церковь или группа преодолела чувство самоудовлетворенности, приверженность устоявшемуся порядку вещей и зацикленность на развитии исключительно собственной общины и загорелось желанием двигаться дальше, выйти на совершенно новый уровень, нацелиться на умножение церквей для того, чтобы пропитать район, регион, город Евангелием Иисуса Христа? Как заразить общину таким видением? Лично у меня много идей, на какие темы проповедовать, чему посвящать занятия по изучению Библии. А лучше всего просто собрать факты и показать людям, сколько церквей имеется и способны ли они полностью удовлетворить духовные потребности населения. Все это в совокупности с библейским обоснованием вряд ли кого-то оставит равнодушным. Немного позже я приведу вам несколько конкретных примеров, а пока я призываю вас коллективно обдумать эти вопросы и помолиться, чтобы понять, чего в этом отношении от вас хочет Бог. Как мотивировать паству заняться служением по основанию новых общин? Ведь оно потребует и определенных жертв, и видения со стороны всех членов церкви, а не отдельно христиан. Поразмышляйте об этом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.